Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Спит. Сегодня 6 февраля 2021 года. И наш красавец Цезариончик отправляется в новый дом. Недалеко мальчик едет, всего лишь в Кронштадт. Поэтому сейчас мы его довозим до Санкт-Петербурга, а уже из Санкт-Петербурга забирает его мамочка Любовь. Поэтому пожелаем парнишке легкой дороги, хорошего настроения. Оно у него всегда хорошее. Долгих-долгих и счастливых лет в новом доме. Однозначно так и будет, даже нисколько не сомневаюсь. Малыш едет в компанию, он будет жить не один. Уже мамочка ему всего там накупила, заготовила. И ошейнички, и лежаночки, и игрушечки. Ну и мы тоже приготовили костюмчик для Цезариона, пеленочку с запахом дома, корм от цыпли, которым он питается сейчас, на сегодняшний день. Как обычно, метрика щенка, ветеринарный паспорт, он привит уже в этом году, то есть уже больше прививать не надо, через год. Сейчас только остается Цезариончика упаковать в дорожку. С Цезарионом вместе едет в Санкт-Петербург наша хомячуша шоколадная черепаховая Бьюти Шоколетти. Едет она не просто так, как жениху на вязку, потому что это дочка цветочного эльфа Уилси и Спайки. И у меня для Бьюти жениха, ни родственника в доме нет, поэтому на свадьбу наша Бьюти едет в Санкт-Петербург к неродственному ей жениху. И вот, если у нас что-то получится, красивеньких детишек обязательно покажем. Да, пакуемся, пакуемся, девушка, Мишутка такая огромная. Ножки убираем, пакуемся, не убегаем. Да. Ага. Скажи, не хочу никуда паковаться. А также в город отправляются для Даришки вот такие вот голубые яички Селадона. И шапочки на продажу. Шапочек уже много в наличии в Санкт-Петербурге. Можно приезжать, выбирать на размер, на цвет. Не надо ждать, уже готовые. Вот, а обратно вместе, да-да, поиграй, Цезариончик. Обратно из города, когда Цезариончика отвезем, к нам приедут новые питомцы. Это цыплята, под которых я уже вчера подготовила брудер. Вот тут все простерилизовала, все прогрела. Все подготовила и спрятала, закрыла, потому что кварцевала вчера. Вот сюда у меня поселятся цыплятки, курочек, породы. Очень красивые, о которых я сегодня, конечно же, все рассказывать буду, показывать. Вот. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Немножко у нас получилось переселение. Сюда переехали мои фениксы, которые вот месяц недавно исполнился, которых мы из яйца вылупляли. Здесь по-прежнему у нас подрастают фениксы некровные моим птичкам и феечка. Феечка становится вот такая вот, уже отличается от всех остальных. Такая вот красоточка. Еще приезжает то, что я заказала для моих этих... Для моих кроличков приезжают еще, значит, здесь Селадончик остается, который несет голубые яички, перепелочка. Здесь у нас переехали временно. Вот здесь у меня шелки живут. К ним сегодня тоже цыпленочек подселится у Хейлюй. Потом на следующей неделе уже получаем клетки для курочек. Это клетка для перепелок. В нее потом переселять будем малышей из брудера, которые сейчас растут. Здесь продолжают инкубироваться у Хейлюй и Селадончик. Я вчера смотрела, много оплода, то есть есть шанс, что будет много цыпляточек.
Много-много всего нового нас ждет на этой неделе. Я получаю новый инкубатор, большой. И заказываю новые еще виды куриных яиц для инкубации. Таська переехала вот сюда спокойненько. И тут кресло, и уголок. Барон теперь у нас вот так закрывается. На вот такую вот петельку. Вот так это все закрывается. Барон прыгает, прыгает на ручку, открывает вот эту дверь. Лапа ее подцепляет, выходит и сразу бежит охотиться за моими птичками. Поэтому, значит, пытаемся тут что-то придумывать, переделывать, перестраивать, чтобы всем было удобнее, комфортно и, самое важное, безопасно. Малыши, как обычно, хулиганят. Кто-то хулиганит, кто-то спит еще сладенько. Да, Цезарион что-то радостный-прирадостный такой, говорит, как я рад отсюда уехать. Чего-то он так обрадовался перед отъездом в новый дом. Плохо только то, что он уже успел покушать. Не стошнило бы в дороге. Поэтому ждем новые клетки, ждем новый инкубатор, ждем инкубационное яйцо еще двух пород кур. Ждем подарки, которые я купила. Игрушки, развлекушки, погрызушки, сенники для кроличков сегодня привезут. Так что оставайтесь с нами. Сегодня еще много интересного. Ну, не наедайся ты в дорогу. Много интересных событий будет у нас, о которых мы, конечно же, будем рассказывать, показывать. Прекрати наедаться. Сейчас стошнит тебя там. Ну, а малыши у нас сладко спят. Кто-то здесь вот кучкой спит. Кто-то здесь, пока мамка гуляет. Не кушай, не кушай. Тебя стошнит. Угу. Домой приедешь и покушаешь, да? И водички попьешь, да? Ну, а для гостей нашего канала напоминаю, что в нашем питомнике готовы полностью к продаже 4 щенка чихуа. И 7 щенков чихуа, мальчики и девочки, открыты для резервирования. Подробные индивидуальные видео всех щенков на продажу можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника Мари Мистик. Мы находимся в Ленобласти, 200 километров от Санкт-Петербурга. Отправками в другие города мы щеночков не занимаемся, продаем, пожалуйста, но не против. Продажи по всему миру. У нас есть щенки, которые живут в США, в Финляндии и во многих городах России. И не только. Хозяева сами приезжают, сами забирают своих питомцев. Ну, пожелаем еще раз Цезариончику хорошей дороги, хоть и недолго он тут будет ехать, но сейчас зима, конечно, дорога такая, так себе. И до новых видео, до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!